До Нового года остались считанные дни. Подготовка к празднику в самом разгаре. Прилавки магазинов пестрят подарками и, конечно, одним из главных атрибутов торжества – пиротехникой. О том, как выбрать качественные бенгальские огни или фейерверк, расскажет Наталья Кислякова. Шокирующие кадры. А ведь молодые люди хотели всего лишь запустить фейерверк. Как правило, в такие моменты мало кто думает о технике безопасности, а последствия использования непредсказуемы. Наринмар не исключение. Только в прошлом году в окружной столице зафиксированы случаи возгорания жилых помещений по причине неправильного использования пиротехнических изделий. Имел у нас не так давно место быть пожар как раз по причине эксплуатации пиротехнической продукции. Ракета залетела в одну из квартир. И случился пожар. Это случаи нечастые. Но, тем не менее, есть о чем задуматься. Чтобы праздник не обернулся трагедией, в МЧС настоятельно рекомендуют тщательно подойти к выбору продукции. Ведь подделки – самое страшное, что может ожидать на прилавках магазинов. Для того, чтобы себя обезопасить, следует подойти к покупке с предельной внимательностью и обратить внимание на упаковку. Надо смотреть упаковку. Упаковка должна быть целая. Полностью. Все бока должны быть ровно, не помятые. Фитиль должен быть внутри запечатанный. Также надо смотреть обязательно срок годности. То есть, если срока годности нет или он подходит к концу, то такие пиротехнические изделия покупать нежелательно. Также должен быть сухой обязательно. Обязательно должна быть инструкция на русском языке и правила утилизации и хранения должны быть тоже на русском языке. Это обязательное требование российского законодательства. Не следует забывать и о технике безопасности. Прежде чем запустить пиротехнический снаряд, необходимо внимательно прочитать инструкцию. При запуске фейерверка нужно выбрать безопасное место вдали от машин, зданий и мест скопления людей. Сразу после зажигания фитиля отойти как можно дальше. Кстати, полюбоваться праздничным салютом без рисков для жизни можно и в новогоднюю ночь. 1 января для всех жителей и гостей округа на площади Марацы развернется пиромузыкальная постановка «Новогодние узоры». Наталья Кислякова, Игорь Тарасевич, Вести Заполярье.